Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, название команды. Сасаев Денис, Мос-проекты. Денис, ну, если сравнивать ваши выступления в этом сезоне и в осеннем сезоне, да, тогда вы боролись за чемпионство, заняли третье место. Что же в итоге случилось? Психология, не можете никак настроиться. Это командный общий спад. Я не знаю, что у нас происходит, просто мы наелись турнирами и объективно не можем просто собрать, не можем найти свою игру. Ищем, пробуем, но пока не выходит. Я думаю, что у нас все будет хорошо. Просто сегодня объективно был соперник сильнее, нежели мы. Но мы ищем, мы в поиске. То есть такой результат уже в данном случае, как вы к нему относитесь? Здесь мы потеряли всякие шансы за борьбу, ну, на борьбу за чемпионство и за тройку призеров, поэтому мы просто пробуем себя, пробуем свою игру, поэтому результат для нас сейчас не очень важен.